Я сидел, стрим смотрел. Я когда видео на йога смотрю, там вообще все изи. Первую, блин, фазу, потом, блин, щупальцы, блин, эти дебильные, комната и все. Ну, ГГВП, вот все мафликов убивали йога. Войт, ты в танке, да? Ваша смерть возвести новую эру страданий. Хвостат, иди сюда ко мне. Сюда иди под босса. И вы стойте прям в кучке, чтобы в следующий раз лужа разлилась не куда-то там во Францию. Разбили. Все убьет хвостанты. Нормальные стрелками мне вообще мало адреса. У меня через 50 секунд копии будут, они просто. Уже жалко.
Если... Как раз... Слушайте, я вот помню, что вчера говорили, что если, ну, стаки эти зеленые копятся и их не выносить, они ничего не сделают. У меня сейчас было 9 стаков, и на меня просто ваншотнуло 42к. Так вчера же говорили, что типа если не стакать, никакого эффекта не будет. Ну, по всей видимости, да. Ну, она рисовала. Сейчас моя мама пришла. Так, кто-то у вас, кажется, ты скидывал. Или объявление. Я почитала. Я это все понял. Я просто говорю, что я спокойно стоял, думал, сейчас если я ничего не буду делать, они просто спадут и, ну, как бы обнулятся, и все. А мне тут на минус 42к. Ну, я могу глыбой сбросить, но мне либо глыбой агро сбрасывать, либо вот эту херню. Но факт в том, что, короче, да, я просто принял информацию вчерашнюю к сведению и использовал ее сегодня. Да, по-моему, Антон говорил, и что? Ну, когда мы на век в 25-ку пришли. А, вчера, да, есть, Антон глупость вчера сказал. Я тогда тоже его послушала и не слушаю. Мы потом разобрались же, когда потом пришли. Вот когда мы, да, в 25-ку пришли, вот он рассказывал, он говорит, типа, стойте, типа, если ничего не будете делать, она просто с вас падет, типа, никакого эффекта, ни маны, ничего. Ну, я стою, думаю, ладно, сейчас натикает, там потом спадет, ничего не произойдет. А тут, знаете... Как называется? Да. Не. Мне больше даже интересно, а кто разбил лужу прямо в черной этой херне? Зачем это сделали, РДшники? Вы подумайте в следующий раз. Лично я могу мелком не дать, у меня мана вообще не кончится. Ебу. Да я видел свои стаки, я специально поэтому не стопал. Я вижу, что у меня они растут. Потом смотрю до 9, потом думаю, интересно, сколько еще стакается. Потом на 42к и все.
Может, Геру сразу? Не служа. Лужи аккуратно под боссом. Я уже ждал. Стопу. Смотрю. Вот я стою, тут ничего не делаю. Я уже скидывала КД. А кому сразу нужно? Мне нужно будет после босса зайти на минут 5. Я бы, конечно, сейчас не соберешь даже совка шмотом.
тулваром, что хантом. Слава, слышишь, вот в двух словах это без тетрадки, если вот этот на йоге красный лучка добавляется, вот что с ним делать? Я что-то смотрел видосики, что-то не до конца догоняю, что с ним делать. Что сделать? Сбегаться? А, ну все. А то я смотрю, челики прыгают в портал, я думаю, может, про портал надо прыгать. А как правильно делать? Прыгать в портал или сбегаться все-таки? Слушай, а в прошлый раз у нас какой-то баф был от Ходзера, а сейчас что-то не висит.
Я тут в первый раз. Можно вкратце хотя бы для меня фул тактику, именно для меня, для танка. Она, наверное, опять начала делать маникюр, нанюхалась лака и уснула. Что-то не понимаешь, мы опять не соберемся на фул 25. Мне кажется, не соберемся мы на 25. Вчера вообще было назначено РТ, никто не пришел толком. А сегодня даже вроде ничего. Я тут. Я бегу. Это на какой фазе? Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, не щадите их, бейте без промаха. Ну, эти... А у него невосприимчивость к таунту была. Ну, после первого таунта, который я пожал хуёво, как я понял, дальше пошла невосприимчивость. Начинает бегать. Все, я понял. Все. Да, все понял.
У меня талант на сайленс, от броска не взять же. О, у меня щит, он сам как интрус, ну, сбивает казу, ну, кик. Блять, ну я ж не знал. Еще раз повторяю, я здесь первый раз. Я уже понял. Шкаф, шкаф, шкаф. Ну чё, Арче, поехали, о чём мы тут сейчас? Скоро мы сразимся с главарём этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха.
Да что, ложитесь, давайте пробовать что-нибудь хоть тут кого-то обидеть, чтобы посмотреть. Трепещите, смертные! Конец близок! Задохнитесь собственной ненависти! Трепещите, смертные! Конец близок! Тупица! Время – деньги, друг! А что, тут босс тоже разговаривает, да, шепчет, типа, какому-то персонажу? Как этот, как Ктун? Ктун прикольно говорит, твои друзья тебе предадут. Типа, убей их там всех. Сегодня вы все умрете, да. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Читать это заклинание.
Задохнитесь собственной ненависти! Задохнитесь собственной ненависти! Дурные ведьмы! Не пищите, смертные! Конец близок! Кланы объединились под предводительством Чернорука. Они будут биться бок о бок, пока Штормград не падет. К наступлению ночи Гул'дан приведет своих чернокнижников. До тех пор клан Черной Горы будет пытаться взять близко. Не пищите, смертные! Тысячи смертей! Задохнитесь собственной ненависти! Пока стены города... Задохнитесь собственной ненависти! Штормград не падет! А чё красные лучи не сводили? Ещё дальше начали разбегаться. Не пищите, смертные! Конец задохнитесь собственной ненависти! Because